Привет, друзья, с вами Кертекс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Kingdoms Reborn. Мы с вами остановились на том, что пережили продовольственный кризис, страшнейший во все времена нашего города. Что же мы имели за проблему? У нас резко скакнуло количество населения, при этом не скакнуло количество производства еды, и, соответственно, это повлекло за собой почти голод. Почти голод, мы его, можно сказать, на полпути обрезали. Не будет у нас голода. Хорошо, вопрос какой? Смотрим по количеству населения. У нас сейчас 114 из 120 мест в домах забиты. Поэтому мы должны этот вопросик с вами закрыть. Вопросик также еще и касается предметов роскоши. У нас проблема с мебелью. Я бы не сказал, что это прям проблема-проблема. Но ситуация вот какая. У нас, ребятки, не успевают производить достаточное количество мебели, которое нам нужно для наших товарищей. Так, содержание здесь уменьшим, давайте, чтобы от книги избавиться. В итоге за 4 древесины мы получаем 5 стульев, что уже очень хорошо. Но опять же, это не увеличит скорость приобретения мебели, поэтому, скорее всего, мы поставим еще один мебельный завод. У нас сколько рабочих? 31 человек у нас простой. Пфф, я вас умоляю. А как называется? Я дико извиняюсь. Мебельная мастерская так и называется. А, надо с большой буквы, прошу прощения. Так, у нас, правда, проблемы сейчас небольшие с деньгами есть, поэтому мы особо постараемся не выеживаться. С той целью, чтобы мы могли... Ах ты ж, бляха, производство нельзя возле дома уже ставить, да? Так, мы перенесли одного товарища сюда. Второй товарищ у нас здесь сажает леса. Тогда я думаю... Что это за херня? Уберите вот это, пожалуйста. Да, отстань. Мне показалось, я что-то не то выбрал. Там вроде 600 стоил, нет? А, все понял, вопрос закрыт. Так, мы можем вот сюда подвинуть, но не сильно близко, чтобы не расстраивать товарищей, которые здесь живут. Но при этом достаточно близко, чтобы они могли за деревом сгонять, если что. Так, ускоряемся. Что мы видим по процессу по еде? С едой все еще остается на самом деле проблема. Как бы это страшно ни звучало, потому что потребление у нас продолжает довольно активно расти. Если мы посмотрим по графику. Но у нас и резкий скачок по производству. Не уверен, что нам этого скачка будет достаточно. Вот о чем я думаю, потому что население у нас продолжит расти. У нас 40 детей, и нам нужно продолжать отстраивать жилой район. И я думаю, что мы можем вот таким вот образом. Хотя, стоп, ты здесь добываешь. Так, тогда таким образом не получится. А, мы свиную ферму же еще переносим. Точно. Точно. У нас здесь освободится место, но здесь будет админ здания. Здесь мы, если что, можем поставить... Я вот только сейчас понял, амбары ж не требуют людей для их работы. Соответственно, мы можем этих амбаров здесь наставить до посинения. Правильно? Правильно. Но нам до посинения здесь и не нужны, хотя... Почему нет? Почему нет? По глине у нас, кстати, вопрос решен или нет? По глине у нас что есть? Керамики у нас пока что хватает. Сама глина, кирпичи у нас есть. Глины почти что нет, она моментально перерабатывается. Я думаю, что может мы заранее поставим еще один глиняный карьер. Вот тут-то, например. Что приведет к тому, что мы сможем заранее забронировать, грубо говоря, себе местечко. Сейчас я еще раз гляну, тихо. Так, если мы откроем еще один глиняный карьер. Да, вот здесь у нас остается место под еще один карьер, если сильно надо будет. И получается, вот эту всю область мы можем засадить полями. Тем самым избежать вообще каких-либо проблем, связанных с жромбой. Беда, правда, в том, что здесь амбар не дотягивается уже. Но я думаю, мы этот вопрос закроем. Закроем, как же мы его закроем? Мы можем вот здесь еще один амбар поставить для того, чтобы ребятам хватало места для хранения. Вот сюда, например. Тут у нас свиная фермочка как раз будет. Овечки, сюда амбар. Так, и теперь докинуем сюда еще полей. Тут, правда, уже не то чтобы хорошая плодородность, но... Когда это нас интересовало? Будем честны. Когда это нас сильно интересовало, наша задача выжать максимум из той земли, которую мы уже приобрели. Правильно? Правильно. Поэтому давайте вот в этом направлении и работать. Так, здесь еще... А что поле такое кривое вышло? Вот собака сутулая, ладно. Так, здесь 64 получается. Зачем я опять отжал? Так, вот здесь у нас будет, скорее всего, проблематичная немножко зона, но сейчас попробуем.
Так, берем здесь 64. Берем вот здесь 64, супер. Здесь 64, супер. Обходная нам здесь нужна? Не нужна. Делаем еще 64. Так, вот здесь, скорее всего, будет... Не будет 64, да? Мы можем 66, 63 сделать. Давай 63. Здесь мы можем тоже 63 сделать. Собака сутулая. Она не туда развернулась, ладно. Так, здесь у нас сколько получится? 59, 62. 64 есть. Твою мать. 50, 67 многовато. Вот это меня больше всего напрягает, что мы не можем задействовать ограниченное количество воркеров. Но ничего не поделать. 67 тоже та же история. Так, тебя вывозим сюда. 59, 60. 63. В принципе, план выполнен. Единственное, что там дорог нет совсем. Но это мелочь. Главное, чтобы они это все отгрохали. И у нас появилась, куча рабочих мест. Б, куча производств. Это все, что меня интересует пока что. Так, хорошо, с этим закрыли вопрос. То есть, в принципе, по еде мы замыкаем колечко на какое-то время. И нам надо, кстати, чуть больше здесь пшеницы вырастить. Потому что без пшеницы не будет пивоса. А без пивоса люди останутся недовольны. Поэтому надо решить вопросик. Максимальное количество карт. Я в курсе, спасибо. 3 мигранта, ну давайте. Правда, вас уже некуда пихать, да? Уже некуда пихать, надо закрыть вопрос с домами. С домами. Мы можем, по идее, здесь продолжить пока что ставить дома. Как временно явление... Мы здесь можем строить, да? А давайте-ка я сюда херану рынок, а? Тут же у нас самое большое скупчение домов как раз получится. Да, давайте сюда фиганем рынок. Чтобы они как раз имели доступ ко всему, что им надо. Так, и поставим еще парочку домов. Вот так, например. Все, красота наладится, я вас уверяю. Все будет восхитительно. Единственное, что нам очень не хватает строителей, да? Ну, у нас сюда сейчас 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. У нас сейчас... Так, бездомные начали покидать города, это плохо. Так, там лес рубится? Рубится, все отлично. Тут тоже сейчас все срубят. Короче, проблема в том, что у нас сейчас, скорее всего, не будет хватать рабочих. Но я думаю, мы со временем это исправим. Со временем мы это исправим. Главное, чтобы урожай сажали, главное, чтобы урожай собирали. Все, это пока что самое важное. Пшеницы нет вообще. Как вам такой прикол? Так, завершено. Так, сюда люди есть. Так, вот это, кстати, плохая сколько? Эффективность 136 всего лишь. А здесь какая будет? 172, ну да. Плодородность вносит свою лепту. Ну ничего страшного. Немножко поработайте, я думаю, вам от этого хуже не станет. Так, меня опять задаривают. Это плохой знак. Это очень плохой знак. Так, плавильное железо мы пока не трогаем. Что у нас там, кстати? У нас очки. Очки простаивают. Так, давайте откроем библиотеку. Я понятия не имею, что она нам даст. Так, кузница у нас есть. Портной Border Protection. Защищенные провинции дают в 3 раза больше дохода. Можно построить форт. Это интересно. Это достаточно интересно. Проблема в том, что я не совсем понимаю, где мы должны... Мы открыли металлургию. У нас есть плавильня железа, но у нас нет самого железа. Вот в чем глупость ситуации. Немножечко. Так, давайте библиотеку. Что ты там делаешь? Плюс 50% к науке, к окружающим домам. Эффективно этот буст не стакается. Бляха, тебя бы сюда где-то как раз впилячить, чтобы весь этот район захватить. Давай-ка вот сюда, возле рыночка. Ох, мы сейчас еще и бустанемся по науке. Сколько у нас сейчас? У нас так 400 плюс науки. Это будет восхитительно. Так, рабочие еще есть? А рабочие есть, дети плодятся, домов нет. Ребятки-строители, давайте это чуть-чуть как-то побыстрее там сориентируйтесь. Так, уже сбор урожая пошел.
Ну, пока в плюсах. Судя по графику, мы все еще в нормальных плюсах. Бездомный покинул город. No. Мартин умер от старости. No. Сейчас тут пацаны уже деревья повырубали, сейчас площадки заготовят. И будет вам счастье. Да хватит покидать город. Мне нужны рабочие ручки. Так, у нас склады сейчас опять забьются. Так, ну... Амбар здесь поставили, значит, пока не все так плохо. Да, сюда начали сгружать пшеницу. Здесь амбар почти забит. Я думаю, что мы можем еще один амбар фигануть. Единственная проблема, что его уже некуда здесь пихать. Так, свиная ферма есть. Эту ферму мы тогда давайте с вами ликвидируем. Отлично. У нас открывается огромная полянка, на которой мы сможем последующие админ-здания оставить. А свиное ранчо еще одно, по идее, можно влепить здесь вообще без проблем. Или с проблемами, но можно. В любом случае можно. Но не исключено, что с проблемой. Так, сейчас я проверю. Так, тут дорогу можно вывести, отлично. Правда, бегать им тогда придется. Жесть как. Жесть как бегать. Либо так поставить, еще между ними склады впилячить. Давайте, наверное, лучше так. Так, дорожку здесь подводим под уголочек. И хранилище. Да, здесь только одинарные влезут. Ничего страшного. Давайте, хранилище нам не помешает. Нам еще по всему городу бы хранилище наставить. Было бы тоже неплохо. Так, эту зону мы все равно отдаем, да? Правильно? Правильно я понимаю? Мы эту зону все равно отдаем. Здесь оставим запас места небольшой. Вот тут для дорожки, а все остальное выпиливаем и делаем здесь еще один, ну, таких внушительных размеров склад. Так, что касательно логистики. Я забыл, как это здание называется. Вот оно. Транспортные услуги. Перевозки ресурсов заполнить или освободить склады зданий. Вот. А, ты у нас здесь уже есть. Идите, твою мать. Давайте я тогда вот здесь еще поставлю, для того, чтобы мы на рынок могли быстренько загружать товары нужные. Глык-глык-глык-глык. Так, отлично. Люди думают, что ты в порядке. А что им думать иначе? Можно обратный вопрос узнать? Оу, щед. Здание понизилось в уровне. Это плохой знак. Это плохой знак. Так, здесь уже по чуть-чуть заканчивают с полями. Тут ребятки выкашивают к херам всю древесину, чтобы сделать еще одну свиноферму. Давайте, давайте. У нас здесь вышел прям реально огромный продовольственный комплекс. Аграрно-скотско-промышленный. Это хорошо, это хорошо. Мы этим еще воспользуемся. Так, все, все поля готовы, можно сказать. Вон еще одно осталось. То есть вот эта гигантская заготовка у нас будет отрабатывать уже следующей весны. Поздняя зима сейчас, да, вот как раз начало весны у нас уже все вот эти поля будут работать. Люди есть, рабочих 44, потому что с полей все ушли пока что, но они скоро к ним вернутся. Так, товарищ вернул уровень здания. Так, новые здания поставили, рыночек. Рабочие трое, управление рынком. Не надо, сами справитесь. Три слота еще для рабочих. Давай. Так, транспортная здесь не достроена. Здесь транспортная улучшена. Я, кстати, забыл, поля улучшаются? Нет, поля не улучшаются, да? Ага. Так, здесь у нас место хранения еще есть. Ты тоже не улучшаешься. Все, замечательно, ребятки, весна. Давайте, пора сажать. Вот телеги поехали. Ты гля, с какой скоростью они гоняют. Ты гля, что творит, ты гля. А, это у рынка свои отдельные перевозчики есть. Ёбрис, так чего вы молчали? Я бы тогда вот эту херобину не ставил. Давайте, мигрантов, нужны. 20 продуктивности, давай сюда. Кстати, рынок можно забустить? No. Библиотека? No. Кстати, сколько у нас? Плюс 538 науки. Нормально. Это прям нормалды, я бы сказал. Так, еще два слота рабочих сюда добавляем. Рабочих у нас 21, и вроде бы даже хватает, слушайте. У нас быстро выросли дети, я так понял, да? Окей, давайте тогда еще дома доставим. Так, здесь вроде бы проблем у них нет из-за того, что здесь находится этот производство. Докинем сюда, докинем сюда. Тут я оставлю небольшое местечко. На будущее вдруг мы что туда впихнем. Я проход не сделал. Тихо. Иди, иди. Вот здесь должен быть такой окружной проходик. Надо было и с библиотекой здесь тоже сделать небольшой разрывчик. Ну ладно. Уже как есть. Уже как есть, от этого никуда не деться. Так, давай домики теперь сюда.
сюда. Тут оставляем небольшой кусок. Здесь сделаем разворот, разворот, поворот. Здесь вот так. И вот так. И докидываем сюда дорожку. Я думаю, этот огромный жилой комплекс вам будет достаточен. Хотелось бы в это верить. Древесина у нас 6000. У нас склады забиваются как раз чем? Древесина, виноград, камень. У нас основные ресурсы, из-за чего у нас забиты все склады. Какого хера здесь растет пшеница? Здесь должны быть медикаменты. Да, медикаменты у нас сейчас минус уйдут. Окей. Так, свиная ферма еще одна запущена. Докупать животных я не буду, пусть сами плодятся. Что-то они не особо, чтобы успевают с рассадой. Ну ладно. Так, проблема сейчас откроется у нас с пивом. Соответственно, у нас здесь же место еще есть. Давай, универсальная карта. Пивоварню еще одну. Так, если у нас здесь будет этот... Ты сюда влезешь? Скорее всего, мы не помешаем. Поставим здесь, недалеко от складов пшеницы, пивоварню. Еще одну. Потому что пива нам уже не то чтобы хватает. Мы можем посмотреть даже. А ты, бляха, даже не можем посмотреть. Все стырили. Все сразу же загрузили в новые дома. На рынке что? На рынке по чуть-чуть все есть. Уголь, с углем есть нюансы и проблемы, но... Эти нюансы мы пока не задеваем. Так, и сейчас мы увидим новые цифры производства еды. Они должны быть просто гигантские. По-хорошему. По-хорошему. Вот сейчас как раз должен начаться уже сбор урожая по чуть-чуть. Так, с пивом разобрались, пока не разобрались с мебелью. Хоть я и поставил еще... А, я же его не загрейдил, господи. Прошу прощения. Так, мебельщик загрейджен. Можем дать тебе даже две книжечки. Из 7 делает 7 стульев. Супер. Может, тебе less input поставим лучше? К счастью, от работы нахер. Вот, less input. Отлично. Все, пусть работает. По мебели должны по чуть-чуть выйти в плюс. Так, пивоварня, та же история. Грейдим ее по полной. Апельсиновый сидр, грибное пиво. Почему мы вино делать не можем? Вот что меня смущает. Я прям огорчен. Так, пиво пока есть. Да, потребление у нас уже перевалило за производство. Поэтому сейчас придется чуть-чуть подождать. Так, и производство еды у нас просто полетело в небеса. 7500, это еще не все собрали, я так понимаю, да? Так, амбаром жопа, я правильно понимаю? Первый амбар забит виноградом. Второй амбар почти забит пшеницей. В целом мы можем попробовать поставить еще один амбар, так сказать, перестраховаться вот здесь. На всяк пожарный, потому что я так понимаю, что сбор урожая будет достаточно масштабный. Дома 4 уровня уже. Нихера себе, ребята. Мы уж вот зажрались, походу, не? Сколько у нас всего? 133 человека при 190 свободных местах в домах. Хорошо, меня это устраивает. Так, давайте быстренько на карте глянем. Так, у нас есть виноград, тюльпаны, красители, тюльпаны, хлопок, какао-бобы там стырили одни, сырой кохве, чё-чё-чё, угольные залежи и железо у нас аж здесь. Да, выглядит херово, скажу я вам честно. По всей видимости, нам придется идти в закупку железа. Или мы пойдем не в железную промышленность. Хотя я, бляха, бустыж взял на железную, на кузнечку. У нас просто есть еще вариант развития в агропромышленном направлении. И продуктовом. У нас здесь выпечка. Водочный заводик, здравствуйте. Это интересненько. Пчеловодство, винодельня. Кстати. Медицинская лаборатория, свечной мастер. Это уже как раз за счет воска. Обжарка кохве. Ферма волшебных грибов, если вы понимаете, о чем я. Скотоводческая ферма. А в чем ее отличие от свиной, прошу прощения? Зоопарк, что? Так, давайте не будем слишком далеко забегать. Так, торговая компания меня интересует, интересует. Тем более, что она относительно дешевая. А кузница пока мимо. Портной. Давайте возьмем, чтобы хотя бы увидеть, из чего мы должны якобы шить.
Так, семена картофеля раз, открываем выпечку два, водочный завод, пчеловодство. Нормально так всрали очков, да? Так, купить торговую компанию, да. Что нам дают? Автоматически трейдит ресурсы с мировым рынком. О! А это интересненько. Это, я бы даже сказал, очень интересненько. Так, собака, нет, для тебя нигде места. Тут я оставлю для админ-центра все-таки. А, давай тебя куда-то сюда пихнем. По идее, мы сможем, грубо говоря, регулировать ползунками, я так понимаю, ресурсы. И, соответственно, сможем проверять. Так, портной. А, создает одежду из кожи и шерсти. А у нас они есть. Поэтому да, давайте. Только тебя надо ближе к фермам сюда. Ну, тут беда. А, нет, беды нет, все нормально. Беда будет со складами тогда здесь. Потому что если мы поставим... Или давайте сюда, в производственный квартал. Вот нахера я здесь жилой дом поставил? А, ну это чтобы лесник работал. Ах, лесник, лесник. Ладно, ставим... стоп. Здесь требуется железо для его производства. Хм. Ну, мы можем закупить железо, правильно? Получили семена картофеля. Супер. Ветряная мельница. Что она нам даст? Пшеницу, пшеничную муку. Повышает продуктивность окружающих ферм. Это, конечно, замечательно. Тут спору нет, но нам некуда ее пихнуть, чтобы улучшить продуктивность ферм. Или есть, подождите. Нам, нам блока не хватает здесь. Ну ладно, трех. Мы можем вот эту ферму, по идее, снести. Но там будет вопрос, что к ней не будет тогда дороги. Так, пока оставим. Пекарню тоже возьми. Водочный заводик возьми. Перегонять картофель в водку. Это очень хорошая идея. Но пока у нас нет картофель. Так, выпекает хлеб из пшеничной муки. Тоже пусть остается. Пчеловод. Производит пчелиный воск и мед. Эффективность увеличится с увеличением количества окружающих деревьев. Собака такая. Откройте нам деревья. Ну, пока что у нас вот здесь есть деревья. Но это, мне кажется, совершенно временно. Мы можем вот сюда выставить, но мы здесь будем развивать этот комплекс, поэтому там нет смысла ставить, скорее всего. Хотя, чем чертяка не шутит. Мы и так здесь в упор уже пришли к этому лесорубу. Его надо по-хорошему сюда куда-то перевозить. Так, здесь леса. У нас вот здесь леса есть, кстати, да? Да, причем относительно нетронутые. Но если мы здесь поставим это здание, мы останемся без лесов толком. Ну, давайте тестово поставим здесь этого товарища. Если ему здесь понравится, мы продолжим. Упшение. Если не понравится, то хрен с тобой. Так, давайте здесь разберемся. Вот это поле мы тогда вынесем отсюда. Поставим сюда мельничку. Поставим же? Твою мать, да ну не гони. Ты сволочь. Ты просто сволочь. Я не хочу это поле еще кромсать второе. Твою же мать. Почему мы не можем укрепить прибрежную зону, чтобы нормально здание здесь ставить? Ладно. Ну да, здесь тогда больше негде его пихать. Может сюда? Тоже нет. Тоже нет, это только если урезать поле, и мы тогда... Да, херню мы сделаем тогда. Мы можем сделать тогда вот так. Я дико извиняюсь. Ничего личного. И тут тогда будет максимальный буст. Насколько это, по идее, возможно. Ставьте мельничку сюда. И пекарню где-то вот здесь надо присандалить, чтобы она... Немножечко имела смысл. Так, здесь у нас дороги нет. Здесь дороги нет. Здесь мы лес заберем. Слишком много условий. Слишком много условий, которые нам портят всю малину. Окей, давайте в производственный квартал тогда. Чё уж там. Тем более, кстати, пекарня не сильно угнетает вот этого товарища. Он у нас тут самый привереда был. Пшеница у нас, по сути, повсюду разбросана. Правильно? Правильно. Поэтому можем сделать просто вот так. Так, по железу. Нам нужны уже готовые слитки, по всей видимости, да? Так, то, что нам требуется, жром бы это понятно. Картофель, кстати, сколько стоит? 5,26, ясно. Так, строительство, железный слиток по 18 за штуку. Нам нужно 50 хотя бы. Замечательно. Все, ждем постройки всех этих очень нужных и шикарных зданий.
Семена картофеля, супер. Если, кстати, взяться за картофель, где мы его можем посажать? Если мы лесоруба переместим сюда. Тихо. Если мы лесоруба переместим сюда, то у нас есть вариант вот здесь сделать, по идее, поля. А, нет, нет, нет варианта. Охрана отмена. Варианта нет. Тогда вот здесь еще есть вариант. Тут мы все засадили, тут все засадили. Этот товарищ мимо. Здесь тоже вроде бы есть мест, но его очень мало. Очень мало. Я думаю, что если что, то да, мы вот здесь еще один фермерский комплекс сделаем. Пока я вижу только такой вариант. Так, у нас 10 свободных рабочих, 10 строителей, 136 человек. Ну, пока вывозим. Пока вывозим. Могло быть, конечно, получше, но пока что есть. Так, отсюда по чуть-чуть мясо вывозят, привозят на рыночек. Меня смущает, что на рынке нет угля. У нас угля вообще почти нет. Мы ставили две углепечки, нет, вроде бы. Так, углежок один, второй углежок где-то здесь. Не помогает нам это вообще никак. А, мы в него книги не заложили. Держи. Все равно это нам никак не помогает, потому что их скорость работы, она на удивление отвратительная. Просто отвратительная. Ну, можем поставить еще, конечно, но каждый требует по 3 человека, по 2, да? По 2 человека, при том, что часть угля у нас уходит в производство. Давайте еще лупанем, че уж нам. Так, если мы тебя смещать не будем, ты пока что у нас будешь добывать здесь. Так, тебе не нравится, я понимаю. Тогда давай тебя поставим еще сюда. И заодно проверим. Так, автотрейд, как он у нас работает? На импорт нам ничего не надо. А на экспорт, на экспорт, на экспорт. Ну, давайте, что у нас самое очевидное? Самое очевидное, наверное, древесина, да? Так, дерево по 6,60. Target inventory. Это сколько у нас должно остаться? У нас должно остаться 4000. Max trade demand amount per round. За один раунд мы максимум продаем 100 штук, чтобы не слишком шатать цены. Правильно? Правильно. Так, на экспорт 663. Налог, собака, бешеный. 33%. Как с этим жить? Ну ладно, хорошо, допустим, продаем древесину. Дальше. Дыня есть? Ладно. Так, что у нас по... Так, глину нам нужно будет еще сделать керамику. У нас керамики не хватает. По винограду мы можем, допустим... Так, виноград сохраняем, 2000 винограда. Все остальное можем втюхивать, я думаю. Но за раунд опять же по сотке. Давайте оставим таким образом. Проверим, будет ли оно работать. Так, миграционку мы пока что притормозили. Здесь у нас кожаная одежда, одежда из шерсти. Хлопковая одежда, кстати, есть. Об этом в описании почему-то не упомянули. Хлопок у нас, кстати, не так далеко. У нас раз-два, две локации, и мы уже можем клопать хлопок. Что меня несказанно радует. Ну ладно. Здесь бумага нужна, железо для апгрейда. Вы что, издеваетесь вообще? Что вы за люди-то такие? 42 кожи произведет всего лишь 10 одежды. Это уровень роскоши номер 2. Пользуется для улучшения, укрывая тело и дает комфорт. Ну, пока крафти из того, что есть, у нас все равно кожа лежит без толку, да? Пока крафти как есть. Так, здесь у нас еще одно здание готовится. Я просто пытаюсь уследить, чтобы я не провтыкал ничего. Так, недостаточно ресурсов для продолжения строительства. В смысле? Пшеничная мука. А, ну это ж пекарня, логично. Вы там поставили, да? Так, мельница работает, 24 пшеницы. 24 пшеницы в 31 муку. Ну, не то чтобы плохо. Единственное, что у нас не так много пшеницы, мне кажется. Сейчас где у нас земледелие? Мы еще вот это не прокачали даже. Докачаем здесь земледелие, повысим тогда количество производимых нами продовольственных ресурсов. И тогда уже будем шевелиться. Так, это пока закроем. Тебя закроем. Квест завершен, произвести 1000 пив. Отлично.
Пиф-пиф. Так, у тебя грейд какой? За кирпичи эффективность. Бумага. У нас вообще был в этом производственный завод бумажный, нет? Целлюлозный. Вот, кстати, взаимоотношения дипломатические. Можно будет торговать с городами, окей. Медицинская лаборатория, понятно, школа, полисимейкер. Эпоха просвещения, песчаная шахта. Выплавка золота, border, foreign relations. Так, а где бумага? Каменная дорога, на секундочку. Регулировка выплат. Стекольный завод даже есть. А где бумага? Spy Nest, логистика даст нам склад, кстати. Надо будет тоже глянуть. Я, может, что-то упустил? Канцелярские учения, вот, наверное, да? Да. Бумажная фабрика. Создает карты из бумаги. Карты. Если это карты, которые мы вставляем в дома, то это будет очень интересно. Так, хорошо, здесь тоже требуется железо. Меня вот немножко смущает, что у нас таранит железо, а добыча железа у нас как таковой быть не может, я так понимаю, в ближайшее время, да? Ну, типа, ближайшее железо вот. Я понимаю, что это прям высокая цель, если мы до туда доберемся. Но, бляха, это надо пройти еще полтора таких города, которые мы уже отстроили. Ну, мы можем, по идее, просто длинную дорогу сделать. И сделать там микрорайончик жилой небольшой. Чисто, чтобы там ребята добывали железо. Но, бляха, это не совсем мне кажется правильным. Но посмотрим. Если будет лишнее влияние бабки, то, наверное, мы так и поступим. Потому что если железо будет нужно на постоянке, то нам либо его надо будет закупать постоянно. Что мне уже не нравится, потому что оно дорогое. Сейчас, где у нас? Железный слиток 18 стоит. То есть 1800 за 100 штук. Это же задница. Это очень дорого. Даже с учетом того, что мы будем наш избыток товара продавать. Надо бы это учитывать. Так, у нас что-то рабочих нет. Что случилось? А, ну да, куча ж новых зданий появилась. А откуда ж тогда взяться-то рабочим? Так, у тебя улучшение готово. Дальше только эпоха просвещения. Ясно. Так, хряки. Хряков этих уже начнут резать. Сюда уже складируют мяско. Пивоварня улучшенно готовит. Так, ты, товарищ. Меня смущает, что он производит пчелиный воск, но не производит мед. Какой от тебя смысл тогда, пчеловод? За каждый дом 4 уровня в этом городе. Давай, повысим продуктивность. Кирпичи надо подождать. Бумага будет не скоро. Бумага однозначно будет не скоро. Хорошо, единственное, что мы тогда можем доделать. У нас проблема с гончаркой, поэтому нам нужен гончар. Я не знаю, куда его буду пихать. Ну, наверное, куда-то сюда, в производственный наш кварталец. Вот сюда. Нам он 100% нужен, потому что иначе мы не выжмем достаточное количество керамики. Она у нас сейчас заканчивается на постой. То же самое происходит с пивом. Но с пивом мы хоть как-то можем порешать, отчасти, мне кажется. Как-то с горем пополам. Хорошо, ребятки, пока сделаем с вами небольшую паузу. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте комментировать увиденное и, конечно же, нажимать на колокольчик. Мы с вами встретимся уже в следующем эпизоде. Пока-пока.